Чтобы поставить сюда? Главное, чтобы он, сука, не минул после первый раз. Да, просто что забыл поставить вперед. Вы догадаетесь, что ему дальше не надо. Так? Дальше он начнет пойти вверх. Так? Да, типа того. Блин, ну сюда он прыгает. Завозить его вниз. Ну он оттуда прыгает, да, оттуда прыгает. Он оттуда. Блять, давай попробуем просто. Если нет, выкинем на Нет, Сьюра Зон. Она край стола можно скинуть, не подошел. А там верхний специально навалено, чтобы что поделить, да, блин. Я подумал. Вот потому что все переворачивает. Почему сейчас у меня руки дойдут? Делать. Так, смотри, у нас клаус вернулся трансляция. Nice gold. Переворачивай камеру, Любина. Да, Любина, переворачивай камеру, это правильно. Себе территорию, блять, проявили слабость. Не, он просто нам плохо вообще. Ну главное, чтобы он не шипел, заебал. Вот, вот там вот пустите похуй, блядь. Нет, ну в смысле, блядь, Федя. Ты готов, можешь? Не готов? Ну, не знаю. У меня, блядь, смотрит, я сам лежит пидор. Я готов. Идет загрузка. А, надо еще широкоформатнее. Под телек можно сосать? Как? Куда? Под телек. Вообще туда? Да нет. Приподнять. Еще туда дальше? Телек уклонить, блядь. Не понимаю, опасно. Блядь, сидит. Интересно. Короче, кем играем? Блядь, пидорас. Кем играем? Да похуя, блядь. Да? Да, Челси будешь тогда. Челси вперди. Давай, погнали, 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 погнали. А с кем вы играли? Я заебал тебя. Вообще похуй, Челси играем. Выбирай, что хочешь. Поехал. С Ювентусом. Как он? Поэтому. По классике, да?
что. Да, да, я не забудь настроить его шаманить. Мы будем играть перламутровым мечом? Ну, если ты успеешь поставить его, так, за 10 секунд вот ты будешь, о, давай, будет вот такой, 10? Вот такой патч, а да. Давай ты заходишь вот это меню, у тебя есть 10 секунд, чтобы настроить. Выбрать матч. Давай на свой. Нет. Не, ну давай это тоже регламентировать. Да, давай, да, давай. Да, ну конечно. Определяем, давай, сколько. Ну, минута есть на эту фразу. Да, меня устраивает. Все, отлично. Да, кто засекает? Вот, да, 0539. О, хорош. А что, пошел. Так, мне нравится. Так, значит, что? У меня все на месте, все пиздатые, все охуенные. Эмерсон, все дела, Хадсон, Дойл. Эй, пиздатый, я его сменю. Так, что, мы это, начали матч или что? Да. Что-то как не начали. А у тебя? Почему? Ты же не выходишь. Ты не выходишь. Погнали. О, Кекс. Ты понял, да, что, блядь, немножечко можем притормозить, типа, голосос, блядь. А, это все записывает. Ну, это все хорошо. Ой. Ой. Такое, да, блядь? Бля, очень интересно посмотреть этот. Чего? Я успел, кстати. Хотите как? 9. Ха-ха, ты забыл выбрать мяч. Меня устраивает этот. А, я должен был. А, да, я забыл. Проебал это. Да я здесь как боевое. Не, слушай, здесь. Бесспорно, он красивый на самом деле. Кто? Кекс, он охуенный. Норвежский лесной, кстати. А? Наоборот. Норвежский лесной. Норвежский лесной. Пиздато. И на слух красиво, и с виду он пиздатый кот. Вот он кот охуенный на самом деле. Но он, сука, пидор. По мозгам и по, блядь, животному поведению. И он мне не нравится. Он цербер. Он очень красивый. Он ультра-цербер. It's a real pleasure to be with you from West London, from Stamford Bridge. I'm Derek Ray, joined here on the commentary box, as always, by Lee Dixon. And we've got Premier League action coming right up. It's Chelsea taking on Liverpool. Yeah, thanks, Derek. Looking forward to a bright, lively start in this one. Quick tempo. Who can be the dominant force in the first 20 minutes? They could get the upper hand in this one. Куда? Оп. Here's the lineup for Chelsea. Kepa is given the green light in goal. Zuma plays with Antonio Rüdiger in central defence. Golo Conte starts alongside Jorginho in the centre of midfield. And rather than use a strike partnership, they've gone with just the one player in attack. Let's take a look at the Liverpool starting 11. The highly rated Brazilian Alisson begins between the posts. Trent Alexander-Arnold starts with Andrew Robertson in the wide defensive areas. Leading the attack today is the ultimate pressing machine, Roberto Firmino. Хорошенький. Подарил, представляешь? Радуйся. Well, you never quite know who's going to emerge from the shadows and become a match winner, but this man might be a decent shout. Lee, what are you expecting from him? Well, I love watching him. He's got quick feet, quick mind. He wants you to come close to you so he can get past you. Oh, this so his defenders normally stand off him, and then he's got more time to pick the pass he wants, and he normally finds the best one. Так. Henderson. Firmino. Had to come up with the ball, and did. Well, let's see what they have in store for them on the break. Садись сюда. And they keep the ball. Advantage Chelsea. Конечно, потерял. Устраивает, но потому что поднял. Все продумал. Жиру рассматривался. Ача. Ты серьезно? Конечно. На-на. Ух ты, сука! Блядь, пидорас. Пенс. Конечно. Ой, не-не-не. Ах, ты нахуй пошел. Немножечко не дотянулся, но я стараюсь. Центричок. Ну, па. Оп. Скидочка, конечно. Ой, пробивашки, не пробивашки. Хорош. Короче-то. And a chance for him on the flank.
Нет, все, здесь потеря, он уже ударит. Проварил, оттащил. Это же Ареза Базбошкина. Дорогая, только нельзя. Пара вам. Конечно. Конюшня в натуре. Творешня. Оп. Хендерсон. Фермино. Here's Сала. Who's gonna win this jersey? Нет. Решил тебе подарить. Ну то выпьем за половину. Не порвался там у тебя. Ну Фермино, это читерский гол. Классический читерский гол. О, вон он. Не стал рисковать. Классический читерский гол. Значит, он смотрит. Это не он, кстати. Я его заменил. Точнее, не менял, он вообще тупой там стоит по умолчанию. Оп-оп. Смотри какой. Подкат. Давлю, потому что проигрываю, надо сжать. Блин, и терять, да? Kick the ball. Шок. It's with Roberto Firmino. Salah. Gomez. Alexander Arnold. It's with Fabinho. Salah. Henderson. Here's Firmino. He failed to get it away properly. Salah. Henderson. Here's Firmino. Salah. And this one is a very fine read. He's feeling the pressure here. And they stopped them in their tracks. Jorginho. Pulisic now. And possession lost into set-in. And Mohamed Salah now. He's taken all his... Salah. Can this one have... They don't normally need a second invitation to give it a go on the counter. This is Aspilicueta. Onto Jorginho. A Chelsea move still flowing. Advantage to them. Giroud. And they breathing a sigh of relief. 4-1. Mane. They've given it away. Important interception. The fourth official has indicated there will be a promising sequence and a chance to level it. Oh, absolutely spot on with that challenge. Рученька даже заболела. Найс. Away. Jorginho. Conte. Now William. Save this looks promising. Typical of William to be wasteful as he was then.
Яхтыш. Ничего, ничего, проходим. А, я не красными играю. Ладно, штанги. Скидом раз. Я куда там? Три. Now Giroud. Now Giroud. Here is Zuma. Conte now. Mateo Kovacic. Robertson. Sadio Mane now. Wanted to keep it but couldn't. Giroud. Azpilicueta. Kovacic is ready. And he's clear as lines. Half an hour remaining then. Far from a good pass. Oh. Giroud. Untidy in possession. Well, he's outplayed and a delightful pass. Keeper's contribution, but what next? Conte has lost the ball. Happy to take on. Что-то сейчас это как... Прости. Прости. Не иду ты мне встречать. And they kick the ball, advantage Chelsea. Wijnaldum. Excellent use of the ball as they make their way forward. Это потому, что я черный? Это потому, что я черный? И за что мне желтый? Расист, расист. Что это за... Дима. Мой глав смотрю. Фермино. Скидочка, скидочка, скидочка. Скидочка. Смотри, какой. Ему же обратно пасанулчик забрал. И, короче, ой, это не али. Ну, это предсказуемо было. Ой, блядь, мы его сыграли. Пам-пам. Беги, беги, и давай рушай! Блядь, так, как мы делаем? А у меня-то гол за три. У меня первый, тоже за три. Так первый за три был, но сейчас у тебя три. Я тоже буду дальше за... Нет, у меня там на ничью свелся. Но за три все равно. Не важно, как у тебя на ничью. Вот. Такая игра. Если второй забью, это будет 2-3, представляешь?
подали. О, шикардос. Не поделить. О-хо-хо. На, нах. Иди сюда, иди сюда. Иди, пошел в... На, подкат. А почему? Почему свистишь? Это игровой момент. Мяч подняли, побежали. Что ты, что ты? Расист, я черный. Правильно. Все, уже учишься на захожу. Ему передали микрофончик. Ему передали микрофончик, потому что так делать не надо. Так, 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 погнали. А у нас еще есть шансики, оказывается. Еще мячик заберем. Надо мячик забрать. Прыгаем, вот так мы прыгаем. Просто давай, что-то списки. На-на. Так. Ну все, погнали, конечно, все же атакующий. Jorginho. Chelsea move still flowing. Advantage to them. Couldn't keep the ball. Yes. No. Забрали. Есть. Отдай, отдай. А, нет, нет. Что? Красная боль. Дунга! Это уже типа коронер, что ли? Там почему-то человека не было. Почему? Не удалили игрока. Это твои проблемы. Почему? У тебя уже 12 игроков на поле. Играть нормально. И моих трое вообще больших не было. Это ложка. Заговор. Это все подстроено. Клеветает, клеветает провокация. Не иначе. Воистину. Вот, вот. Смотри. Чем это запахивает? Вот, и... О, голова заболела. Ну что это такое? Почему ничего? Не забили больше шести. Какао, каково? Это что такое? Каково это такое? Скидочка, 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 скинули, скинули, отдали. Скидочка. На вход, на вход. Побежали, нас мало, побежали. Так, вот это вот. Давай, отдал. Вон он, давай, давай. Не догадается же, да. Отдали. Вот он прибежал. А вошли. Ой, блин! Excellent defending. Отдай. Дяденька мячик отдается. Оп. Вот если так. А если так? А если... Что? Что? Отдай. Вот это приколдосина. Он свистнет сейчас же. Да, потянул времечко. 4-4. 4-2? Так мы сыграли. Какой счет? 4-1. Я... Тот не засчитали? Случайно засчитали, конечно. И этот тоже. Буду брать и душевные. Хорошо, ладно, что? Владение мячом, ты понимаешь, что такое? Сути, ноль нарушений. Начать ноль нарушений. Матч заново. Ноль, блин. Это показатель? Что? Дот еще. Окей. Каким еще мы скорее? Окей. Так, так, так. А теперь рандом. Испания. Рандом, рандом. Жирона FC. Забавно. Знаешь, что это такое? Да, у нас сбор, знаешь, наверное. Что за команда? Знаешь, что за команда? Знаешь, что за команда? Я не знаю.
вообще грустно, ребята. Вывод калили. Ой, извините. О, давай так вывалишь. Давай. Контрасты есть. Так, минутка прошла, 25-27. О, панели. Так, так, так. Тут все печально, потому что все уже настроено без меня. Да? Да, да, определенно. Да. Папа. Окей, I'm done. So long. You're welcome. Сколько там надо было времечко? Помнишь? Да. Да, да. Ты готов? Значит, будешь выбирать? Нет. А ты будешь, походу. Кто-то зайдет, тогда и будем выбирать. Да, начинается 10 секундочек. Дрил и говно, да? Дрил и говно. Пиздец как. Бах. Итак, пора. I'm Martin Tyler, he's Alan Smith alongside me. The match has so much potential, and kickoff is just moments away. It is Girona against Cagliari. Yeah, thanks, Martin. Looking forward to this. We've got some really good players out there, and importantly, we've got some match winners, some goal scorers down on that pitch. I don't think we'll be disappointed. Ух ты, блядь. This is the lineup today for Girona. The system that we think they're going to go with is 4-5-1. That one striker will need a bit of support. Yeah, you do not want him to be left isolated. Otherwise, this formation will not work. Must take the lead here. Да, ёбан. With a fine finish here. And there was a gap to the keeper's left. He found that with real power. Have another peek at that goal. And that has opened the scoring. 1-0 here. Rob. Raja Nainggolan. Fabrizio Cacciatore. Trying to steer it through. Put the ball into the middle. Dangerous. Saved by the keeper. He can't hang on to the ball. Ah, там был. Referee's going to manage this match. Giving the foul, I think it's quite a good thing to do. It's not really good from these set plays, and his teammates are expecting a good ball in. Very able to get his body in the way. Он моего выспотыкается, конечно. Saw the direction of the pass. Читерский, конечно. Ты кто любишь? Luca Cigarini. Well, they're getting the ball forward. They need to do that. Simeone. But full play at the end of a promising move. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. He's gone and won the ball with a very good tackle. Did well to read the play, win the ball back by making that interception. Stuani. Nice bit of interplay between these two. Lovely, incisive pass. Got moving, got past one. Looks to shoot. It looked a certain goal until the defender managed to get some contact. That's just instinct, but that is top defending. Got the ball, and they're going at the opposition with speed. Still countering here. It's a quick play. Ooh! Все цифровое, да? Пока нормально.
Я что, если его вместе досвались, ну, так как бы мне там так. Да, но ты болел бы, как? Я в защите был, я был лидированный, но он был балансированный. Так, скидочка по флангу. Это значит... Look at Chicharini. Raja Nainggolo. Cuts it out. Nice. Playing at home, I think they feel that they can work the offside trap today. Yeah, this is a system I think they're comfortable with, Martin. That's a great interception. He's blocked that well. I just keep thinking back to that save, Martin. I mean, you have to think it's only a matter of time before they do score, but wow, what a save. And the tackler has been very successful there. He's got possession. Raja Nainggolo. Won it back with an interception. На, мяч, ебать. Вот так вот. Now he can play it into the danger area. Я забивал, правильно, значит это возможно. Oh, I spotted the pass and cut it out. Nandez. That tried to get a runner in behind the opposition's defensive line. Ты думаешь настолько? Чисто. Это что это вообще? Вы, если это что, это буду, что, это что? Вот, спасибо хотя бы. Харасмент? Ты расист. Лиза Путина голосует. Now Joao Pedro. Слышал тут. Joao Pedro. They couldn't keep possession. They've given it away. Slip through. In the clear for a great chance. Looking for Nainggolo. Brilliant. Kept his concentration, the goalkeeper, and because of that, kept hold of the ball. Yeah, he seems to fill the goal, this lad. He's quite an imposing keeper. Stuani. Impressive in possession. Passing's good. Possibly dangerous. Симеоне. Что Навальный? Now Joao Pedro. Raja Nainggolo. Пытался отравить новичком. Giovanni Simeone. Saw the pass coming. Got there first. Attacking now. Into the box it goes. Along the ground. That is the goal. Вот так вот. Эквалайзер. Well, they've been knocking on the door for quite a few minutes leading up to that goal. I think they deserve it. Посмотреть гол надоел, да? Extraordinary game here. Two very well matched teams, and they're trading goal for goal in the game. Да, блядь. Two more minutes to play of added time. Good work, really, to read the intention of the pass.
Well, this is where the space is at the moment on the flanks. Shot up! That's a good save. He got a touch to that. Stupider, мы уже переиграли, блядь. In goes the corner. Good anticipation by the defender. Почему ты так считаешь? Потому что Семидоров твой. Все, это важно, не побеждать. Я не забываю. Это на тебя похуй. Ну, в смысле? Скоростной матч сейчас получишь. Здесь уже много. Here they are, still probing away. Да, погнали. Very good game, 3-2. Зачем? Сорок это бимы. На. Giovanni Simeone. Опа. Это прикол. Дай сюда. Отлично. Буду сражаться, буду тянуть время. Смотри, как это делается. Смотри, это желтое, раз. Желтое, это раз. В принципе, раз. Смотри. Не забрал. Plenty of goals for the fans here. 4-2. Yeah. Off we go again. Simeone. Now João Pedro. Able to ease the pressure by that interception. The hosts have controlled possession here so far. The way they've played, the way they've been clinical in front of goal, it's difficult to see a way back for the opposition if they can continue in this vein. They've been so good out here today. Gone on one possession back with that tackle. Maffeo, chance to work it from the flanks. Now João Pedro, and he could get away here. Сейчас такой дефенс глубокий надо ходить. Сейчас вот
Хоумшот. О, смотри, мне надо поменять кого-то. Ого, погнали. Get the game going again because they're closing in. Well, much different atmosphere in this stadium now, and it's difficult to call. Well, we're going to get substitutions from both camps now. At the same time, что видишь? Ничего не было. Видишь, Дима? He's given the free kick. Видишь, видишь. Еще раз. Really, to read the intention of the pass. The break is definitely on. It must be. Как он делает? Как он делает? Ну-ка, покажи-ка. Покажи-ка. О, хорошо. Просто на убежавшего, блядь. Раджа его зовут, если чё. Как? Раджа. На Инголан. Я не помню, кстати. Ингус, что их там? А, я вообще бельгийский. Well, it's level again in the match. What a roller coaster ride it's been. Oh, he beats his man. And that's offside. The referee has stopped the play. Что, правило, не не так. Still 20 minutes to go. Nahitan Nandez. Oh, it's a back heel, easy on the eye, but rather easy for the opposition. Samuel Saiz. Stuani. Read the play well to intercept. Now João Pedro. Gonna tie his line. А вот сейчас вот можно тянуть клин. Как это делается? Десятого номера получилось. Конечно, конечно, конечно. Time ticking on. Just over 15 minutes to go. Ой, я случайно. Кто скользнул? Didn't want the referee to blow his whistle, and he hasn't. So often you see it's a bad tackle and he blows straight away, but the advantage is played. Guiding it through. Ой, shoot. The supporters, Alan, trying to play their part here and lift the home team. Yeah. It's a quick break. Still a chance in there. Да ёпт, ё-моё. Raja Nainggolan, Pavoletti. Trying to pass it through, and the interception is absolutely vital this late in the game. Intercepted well. Trying to slip it through. Keeper pushes it away from the goal. He's blocked that well. He's got it away. We've got 5 minutes left on the clock, plus whatever the referee chooses to add on. It's still level here. Trying to find an opening on this counter-attack. Given possession away here. A bit predictable with the passing and the opposition able to deal with that. That's something for him to chase. Had to be quick, the keeper there to get the ball. Passes back to the keeper. What's the keeper doing here?
just take the lead here. Well, they would have gone behind here, but for this excellent goalkeeper. Yeah, it could have got a lot worse there, had it not been for him. João Pedro. Regin Nainggolan. Ах ты, говна кусок, блядь. Сука, я же в мяч сыграл. Я в мяч сыграл. Даже не желтый, блядь. Я в мяч сыграл. Реджи Нейнголан. Павелетти. Пошли еще. Блять, как тебе везет, блять, Ничья? Нет. Значит, мне не везет. А? Значит, мне не везет? Нет, тебе везет по игре. There's the interception. Referee played advantage here. He's got the ball back through. Да иди нахуй. It's in a really threatening position too. The shot is blocked. Blocked another shot destined for the goal. Сука, на его ебало, блядь, сука. Looks to his assistant, who's got the flag up. It's offside. Samuel Saiz. Nice work on the ball. Real opening now. Very close in, and very close to the target. Perhaps could have done better. Yeah, an unusual choice, I think, just to try and get power behind him from so close in. Artur Yonitsa. Goes out wide again. With his skill, here's a chance to have a run at goal and take the opposition on. Yeah. He's read that, hasn't he? And made the interception, made it look easy, actually. Can put them in front here. Well, then they come, they're piling in. He worked so hard on his heading. He needs to do a bit more work, I think. Yeah, the keeper's waving that one bye-bye. Keep the ball at the moment. Lovely, incisive pass. Nainggolan. He's made the interception. Keeper's in trouble now. Oh, well, he was grateful to be able to make the save. Because, just a reminder of the regulations here, 15 more. Блядь. Teams have turned round and are ready for the second period of extra time. Ты видел статистику? Да, у меня был тут лучше. Что у тебя получилось? Плотность чего? Here's a chance to go down the outside of the opposition. Защите, пожалуйста, Специально подарочек тебе делаю. Have a letter.
They've got out of jail there. He's blocked that well. Well, the noise is there. These fans are like the 12th man trying to G their players up. Jonathan Soriano Casas. Да, сука! Что значит трибучий? Ладно, если еще трибучий. Пум! А? Как это так? Не благодари. Не благодарю. Как это Просто великое случайство. Великое случайство. Brilliant entertainment. Это, не подлишь дальше. Ты уже сподлил. Не такое, видали. Смотри. Ой. Ой. Как-то. Это вот так вот. Ой, ничего себе. Да? А что-то? Ну да. Подарок не благодарю. Ой, надо говорить. Не благодарю. Читерский просто такой гол. Хуитерский. And 4 minutes remaining in this second period of extra time. He fancies his chances of getting past these players. Keeping the ball so important, they haven't done it. Tackled well. Advantage play, we love to see it. It's a good looking attack, this one. It might be a final attack as they look for this equaliser. That's a silly tackle, really. That's worth a look at our replay. So often with these tackles, it's the follow-through, isn't it? Well, now they've got the ball, what are they going to do with it? Ой, блядь, за сука. Я был хороший учитель. Ты серьезно? Как, там надо обратно выйти. Подожди. Яркий момент туда. Вот, вот, везде, где написано, там можно смотреть. Так что получается, блядь? Значит, играть 57 минут, что за хуйня? А есть другие яркие моменты. А с самого начала все запустил. Блять, да не, я хочу так посмотреть этот, блядь, ну, вот, статистику. Да нет, не их вживую, а статистику. Рейтинг игроков, ну иди туда. Это между того, как включаться. Все тоже не то. А вот очень средний, просто найди на эту большую штуку, вправо. Вправо, вправо. Да, вот нельзя вот так там. Нажми. X. Все, да, что мы можем. Да. Вот, блядь. Да. Рамка догадался, блядь. Вон еще все события можно листать. Да, да. Вот все события. Отлично. Давай, как бы, вот здесь. А как, блядь, что же? А, полминуты даже. Ага. Заебись. Все, кто уже делал сегодня. Охуенно. Тебе без надо, соответственно. Я вообще не понимаю, а как команда что сказать? Скажи еще вправо, там объясни, как ты делаешь еще. Они вот там желтый был, что-то замены были. Еще раз, что то да. Вот это ушел, да, все было правильно. Да, вот здесь. Не ставь, R1, 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 R1. R1 это правый верх.
еще так. Вот, еще, еще, еще. Вот, еще, еще. Все, блядь. Че, над чем будешь проебывать себя? Ну, блядь, я хуй его знаю. Ты же не умеешь. А, у меня выбралась вот эта, кстати. Тут еще хуже, блядь, смотри какая. О, Мальма, кстати, не самая хуевая. Не самая хуевая? Ты что, слышал что-то об этом клубе? Мальма, да. Да ты что, о нем даже кто-то слышал? Ну, там играл Ибрагимович, начинал. Ибрагимович? Я правильно помню, да. Это что, шведы, что ли? Да. Ну, тут пиздец, конечно. Вива ля резистанс. Атлетико Националь. Так, что-то, блядь, ну, хуй знает, конечно, да. Может, я там подойти? Блядь, не, я этим не играл, полная хуйня, можно я перевыберу, блядь? Не пытается мне это. Да. Женщина, ты? Не, дальше. Женщина? Республика Корея. Хухуина это, знаешь, хехуина это, знаешь, такую команду? Она с 82-го года. Хиху Юнайтед, нихуя себе. Сити, вообще. Я никогда бы и не сыграл. Чего бы я не сыграть? Хеху Юнайтед. Там гора и олени. Эдрика, походу. Или Лила Ламба. Или Бакадзио. Ну что. Мяч будешь выбирать? Мяч? Буду. Я хочу перламутры. Мгла, нахуй. 10. Че? 10, 9, 8. Нет, слушай. Да, я... да. Ой, извини, начал. Ты пидор. Мы будем переигрывать, если кто не пойдет. Да, блядь, он перламутровый заебал. Будем переигрывать. Я перламутровый мяч заебал. Ну что значит заебал, если ты его не видел в глаза еще, а уже ты судишь как-то. Я думаю, тебе пизда. Что не то, он охуенен, он... мы уже им играем. Не пиздаю. Чуть-чуть. Команда по этому полю будет трогать мяч. Well, this is the setting for our featured match today. Welcome to you. Martin Tyler here along with Alan Smith. The match has so much potential and kick-off is just moments away. This should be a special game, Alan. Well, there's certainly a buzz in this stadium in the minutes leading up to kick-off. I'm hoping the match doesn't disappoint. I don't think it will. We've got a couple of seconds on it. Очень, очень плохо видно. Он очень маленький, блядь. Да, но он стал как раз таки неудобный. Не, давай нахуй, блин, давай сыграем, заебал. Я еще неудобно, я не вижу его, блядь. Ну серьезно, мне неудобно. Ну серьезно, давай сыграем, заебал, блядь, нахуя? Ты судишь, блядь? Ну играй тогда с компьютером, блядь. В смысле судишь, мне неудобно, я уже посмотрел, блядь. Тебе кажется? Блядь. Хорошо, вот сыграй пока с компьютером, блядь. Да нет, ну подожди. Что нет, подожди, в смысле, почему? Ну я не, ну блядь, мне он неудобно на него смотреть, он, блядь, серый нахуй. Он серый, блядь, он неудобный. Вон, охуенно видно. Эй, ну блядь, все, играй тогда с компом, пиздец. Ну, неудобно нахуй. Заново надо запускать. Ну конечно. Я тебя предупреждал. Ну ты сам предложил. Я тебя предупреждал. Ну ты сам предложил поменять мяч. Нет. А, нет, предложил поменять мяч, да. Ну не надо меня вину, блядь, скидывать.
А нахуя ты это поменял? Что? Рандом, потому что мы заново вышли. А, вообще мы все заново. Ну какая разница, давай так, тебе не нравится? Да, давай, похуй. У меня этот Кембридж играет, охуел. Так пойдет? Вот так. Давай. Секундочку. Засраиц. Сразу же. 36, 37, 30. Ну, 46. Фух, такая настройка жесткая идет. Кто-то думает, да? Все, я рейди. Главный мяч мой. Не-не, первым утром. Ну, знаешь, слабак не смог первым утром сыграть. Один матч твоей жизни, и ты... Хотя я хотел доиграть. Шейнон мишечку словил, блядь. Mullen. And he's got them in possession to give them the lead, maybe. Almost what you might call a jaw-dropping save. Oh, he's got no right to make that save. He's absolutely fantastic. And a half-baked clearance. Shot attempted. Wonderful block. Хочу углевой. So the corner played into the box. That's all they can conjure for now. Да беги, ебучий дебил. Extremely sloppy in possession. Effective pressure to regain possession. Burns. Madden. Opportunity to deliver the cross. And no problems whatsoever for the goalkeeper. Well, Derek, there's not much room for error in this one, but it's a perfect execution just to lift it over the keeper. Great goal. Oh, yeah. Well, let's have another view of that goal. Ну давай, нахуй. Да я наслаждаюсь моментом. Да не пизди, нахуй. Просто, сука, на нервах играешь, блядь. Чего на нервах? Ты валяешься, конечно. Что? Блядь, ты мудаёб. Иди нахуй, я тебя не пиздил, блядь, я ничего не делал, я уже играл в другом месте, блядь. Потому что судья дебил, а ты читер, ёбан. Дебил, я читер, ёбан. Абсолютно, блядь, правда. Факт. Whelan. Well, he was in the right place to intercept. Mullen, and that was a very fine read. No. Madden. I don't think he'll be proud of that challenge. No. And it's left to the referee to decide what happens next.
Шел нахуй. Ты все нахуй, капитан, ебаный, блядь. Обосрат. Обосратушки. Я удивление. Обосратушки, ты удивление. Я, мы, удивление. Я, мы, красная карточка. Я, мы, Федя Чипер. Moving the ball nicely, trying to carve out the equalizer. And deliver towards the back post. Well, the keeper certainly didn't want to gamble with that, and a corner it'll be. And over comes the corner. That's very good refereeing to let the play flow. That is a moment he would dearly love to have back if possible. The referee has gone back now to hand out the yellow card. Opted for the laissez-faire approach. Most would say good refereeing. No, it's absolutely spot on. Keep the game going as long as you can, but then you can always go back and book him after the ball's gone out of play. Good refereeing. Fine cross into the middle. Not messing around with that clearance. Mullen. Да иди нахуй, я в мяч сыграл. Well, his opponent, a really high quality save. Well, it's all about concentration. Yeah, goalkeeper goes so long without doing anything. Look at that stretch. And firing it into the area. This might be ideal for the counter. Well, they would have been in a decent position there, but offside. Oh, what a wasted opportunity that is. O'Neill. Mullen, and he's got the beating of his opponent, and it might be got to it easily. The keeper, maybe today. O'Neill, Taft, giving the ball away. Whelan. Now let's see what they can do here. Really a very poor ball. Wonderful chance. The post coming to the goalkeeper's aid. Teammate in support. A very attractive looking move. Easy on the eye, but nothing there. Well, we've just seen how close you can come to equalising without it actually going in the net. Well, it fizzled out. Paul Cooch on the ball. Chance to attack using wit. Dangerous looking attack. You can't really tackle like that and expect to get away with it. Booking to come, you would think. Fucking hell. Boom. Good heavens, they're dicing with a bit of danger. Only a caution and another red card. Well, it could have been. This is where your senior players are really important. Control the game, control your own team. Keep your composure. Yeah, and he did what he had to do defensively. Peter. Mullen. And 3 minutes will be added on for stoppages. Paul Cooch on the ball. Tremendous intuition to win it back. Whelan with it. Paul Cooch on the ball. Excellent vision.
And it's played into the center. Clattered away. Так зашла. Ball cooks on the ball. Ball. A sloppy pass. Насколько, да? Точно футбол играешь? Ничего, что не было? And plenty of scope to be created in that wide position. Madden. Whelan with it. Here's Barry McCarthy. It's there for him. And the keeper making sure that was pushed well away from danger. Oh, masterful defending to prevent what looked like a certain goal. And the short option preferred. And the cross into the middle. Pretty comfortable piece of defending. O'Neill. Regain possession. Ах ты, говно, блядь. Ты просто вечер. He has plenty of support. And they'll get ready for the throw-in. Very good use of advantage there. The ending of these two letting the play carry on. And then only subsequently handing out the yellow card. Yeah, absolutely. And that's what the fans want. They want to see the game going on. They don't want to see it stopped or something like that. You can always go back and book the player later. Real danger. It needs an accurate cross. Well, nothing wrong from there then. It was always going that little bit off target. Сейчас, секундочку. So a throw in here. Very quick thinking there. Electing to cross into the center. Ой, блядь, ты чё? No, on volleys, you've got to keep your eye on the ball, and he just wavered a little bit. Not one he'll be looking back on very fondly. Now you've got to try to make it a bit more difficult for your opponent than that. Superbly to take back possession. Ах ты, бля. They've won back possession. And he was in the right place to intercept.
Can they get behind them? Going for power there, but just too much elevation on the shot. He's a little unlucky. Crossing opportunity. Not fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Ах ты, сука, нахуй. Well, that is how to play advantage. 15 minutes remaining. Well, they've lost possession of the ball. Morris, an abundance of space. Well, he has clear options in the middle. Well, great read there to intercept. They are a goal down, but perhaps a chance to create something from this corner. Блять, за что желтый этот пидорас, ебаный. Well, just listen to the atmosphere, Derek. It's been such a tight game, but can they see this out now? The fans are certainly doing their bit. Whelan with it. Andrew. Can they switch to an even higher gear? Goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his team. Slipshod passing. And he takes it on. Wonderful block. Ах ты, блядь. Well, let's see what they have in store for them on the break. It's got to be! Well, sometimes it's really hard to play against 10 men, but this they're finding it hard. They're losing this game now, and you have to give credit. 10 men are now winning this game. Well, a second goal for them here. Money. And a very good challenge. When you're on a yellow card, you've really got to throw it out. So, fuck off. Well, you might say he has to make a challenge. Step back, you don't need to make a challenge like that when you're on the yellow card. We've had the official word, there will be a minimum of 2 added minutes. Yeah. Will he finish? Fuck you. This looks promising. Certainly wasn't a clean tackle, and the referee has got to book him, I think. Keeping your discipline is so important given the personnel situation. Just a yellow card could easily have been worse. Well, they're starting to lose the plot. They've just got to all calm down. And the referee blows for full time. Чтоб ты просто раньше времени не вырубал. Что? Раньше времени, чтобы ты не вырубал, блядь. Как обычно. Что? А я все, я заебался, нахуй. Что? Куда ты натыкал? Я ничего не натыкал. Вася, блядь. Нахуй. Привет. Да, я хочу это. Что началось? Я ничего не делаю. Это Лёлик, что ли, блядь? Нет. Я что-то нахуй натыкал. Вау. Был Зелик сегодня, жрал беляши и пирожки с картошкой в легендарном пирожковой. Нет. На вокзале, которая. Там охеренная. Ну, что-то сейчас она дело отошла, что-то как-то расклеила. Девки ее что-то херово начали. Ебашить. Блядь, представляю, как запах.
никакой, не, у них там кухня далеко. Там, 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 там. Ну, блядь, что делать? Чё, давай, блядь, всё, ты нахуй, слышь, блядь, блядь. Да нет, давай нормально, что ли? Нормально, блядь? Да. Mortal Stars, хочешь? Mortal Stars. Ну, блядь, вот, шишку газовал, блядь. Знаешь, что да. И вышь? Да. Блядь. Вот, чё, блядь. Чё ты приебался, блядь? Россия, блядь, ласточки не нравится. Будь, сука, как же это? Как же это? Не успел. А мы сейчас поменялись. Соболь. Чё, Соболь. Сейчас, блядь, время, блядь, вышло, блядь, что-то тыкает. Егорка, блядь. Вернись, реально. Блядь, нахуй. Time is over. Да, тебе пизда. Значит, будешь играть? Да. Сколько даешь? 10 секунд, только серу ты не убираешь. Чё? Только такой пачнул. Ты чё не убираешь? Серый не выбираешь. Серый? Да. А перламутровый можно. Перламутровый тоже не можно. Давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Уложился. Я хотел потянуть. А? Я хотел потянуть до самого конца, но я успел. And this is the scene here at the Cardiff City Stadium. I'm Derek Ray. My co-commentator is the former Arsenal fullback Lee Dixon. And we should have a pulsating game of football for you. It's Cardiff City up against Club Brugge. Yeah, thank you, Derek. Real pleasure to be here. Looking forward to this game. Players will be a bit nervous. I was always nervous at the start of games. It's important you get your first pass off to your colleague. Maybe get a good tackle in. Settle the nerves down. Looking forward to a good game here. Well, he's given us away. And so this, the team for Cardiff City. Pretty well balanced, this formation, Lee. Yeah, it can be a 4-2-3-1 in the offensive mode, but it can also go back to a 4-5-1 when you're defending. The lone striker will be supported by the three just behind him, especially the number 10 who will be given a free roll. Couldn't keep it. Well, you never quite know who's going to dominate. I think you can maybe make an argument for this fellow. What do you think you see from him? Well, I love watching him. He's got quick feet, quick mind. He wants you to come close to you so he can get past you. So as defenders normally stand off him, and then he's got more time to pick the pass he wants, and he normally finds the best one. Not messing around with that clearance. Possession lost. Difficult shot to take on. Routine save for the keeper. Yeah, it's the distance. Look how far out he is. Easy, easy save in the end. Robert Glatzel. Tomlin. Crossing opportunity. Well, that's clear. Oh, видал нахуй. Тебе такое даже не снилось, блядь. Richards. Albert Adoma, superb block on the back of the ball from the flank. On the ball, Joe Rawls. Pat with it.
regain possession. Former. Opportunity it is. He should score, but he doesn't. It's a big miss. Да иди ты нахуй, ты то же самое не дал, нихуя говноё. Блять, какой же неудобно, конечно. Томлин. Раулс. Just not looking confident in possession. Раулс. Morrison on the ball, Joe Raulz. An attack full of promise and dispossessed. He succeeds in clearing it. Diatta. Dennis. The ball with Van Aken. Oh, that's an interesting pass. Please contact your nearest security guard. Thank you. Diatta. Van Aken. Using all his defensive acumen to cut it out. So a throw in here. And Balanta now. Percy Tau. Doughty defending to win the ball back. The referee's letting it go as they keep the ball. And they will be awarded a free kick for that. Quick thinking to dispossess his opponent. Fruitful looking attack. The referee spotted the infringement and it will be a free kick in a position of genuine menace. It's opening up for them. Crucial into, and will it be the leveller? As you can see, the visitors haven't had too much of the ball, but again, we've seen it before, we'll see it again. They're counter. It's got to be! He's not wearing his shooting boots at the moment. Well, it was a strong effort, used his laces, but screwed it well off target. And Hoylett's on the ball. The attack continues. They're making considerable progress. Not fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Dennis. Real danger. Well, visionary passing. Can't miss, surely. Fuck it. Penalty. And the referee says penalty. And the red card, maybe. No? За что? Дай посмотреть, за что. Я не понимаю, за что. Так. Нихуя там я опять воткнулся. Опять меня смотрю. Well, as we see, this is probably the best angle. He picked his spot, he didn't change his mind, and the keeper's got no chance. It's going their way, 2-0. A good and fair challenge. Tomlin. Marlon Pack. Tomlin with it. Glatzel now. Possession one.
Ashley Richards. Well, they're on the scent of something positive. And Hoylett firing it in. You certainly can't fault them for trying as they keep the pressure on. Well, speculative. Worth an effort. Two goals down, why not? An unforced error, you've got to say. Looks promising, this. The referee's verdict is three additional minutes. Well, just couldn't keep the ball. And given away. Glatzel now. Excellent challenge. Clear foul play, and as a result, a free kick forthcoming. The referee has dished out a yellow card here. Well, it's not malicious, it's just clumsy. And a free kick from long range. He didn't miss by much, Lee. No, I thought the ball would be coming into the box, but long range free kick, he's had a go. Just not looking confident in. And the managers will now deliver their half time team talk. Опа. Блять, этот был не забит. Really tense battle so far, and now the second half is underway. А что, не было, да? Richards has it. Back with it. Rawls. Lee Tomlin. He's lost it. And the referee spotted the foul, but has played advantage. This looks promising. He has time to play it over. Can he take the chance? Well, to deny him from point-blank range like that, brilliant. Well, really, really strong goalkeeping. Spread himself, used all of his body, really good save. And a big moment because the referee is pointed to the spot. Penalty coming up. Classic, no. Well, it had to be a penalty and a booking for the story as well. A goal it is. A confidently taken penalty. Well, it's been such a one-sided game. You just wonder how many more they could add. Ruud Vormer read it magnificently and intercepted. Maneuvering his way forward. Junior Hoylett. And attempting the through ball. Well, it all counts for naught. Really good reading of the game to win possession back. Is it going to end up being productive for them? Well, possession ceded. And plenty of scope to be creative in that wide position. Van Aken, Dennis. And the cross goes in. What can he do from here? And cleared away. Crossing possibilities. Fed over towards the back post. Да иди нахуй, блядь! And we're inside the final 30 minutes. On the ball, Diatta. Van Aken. Diatta. He's played it over to the near post. Insufficient guile on the crossing front, you've got to say. Tomlin, Robert Glatzel, Dennis, Vormer, read it superbly to take back possession. As an attacking player, you rather hope you'll get the decision in your favour, but offside here. Yeah, the defence got that spot on, and so did the linesman. Я заказал чай, а у меня всегда, когда я не знаю, водки нет, не, когда я не прихожу, я заказываю фри и чай. Ну, не знаю, бля, люблю это. Мешерен. Мне нравится фри. Форма. Now, Шрайверс. И, ну, а чай как-то сразу заражен, ничего. Well, visionary
Сейчас что такое? Ну, блин, не кружку, по кружке. Я налил одну чашку, налил еще полку сейчас, и половину такую чашку. Я думаю, блядь, где-то даже не сад, а она. Bamba. It's with Adoma. His fate lies with the referee who booked him earlier. Substitution time it is. No problems grabbing hold of that one. On the ball, Joe Rawls. The refer happy to take on the shot. Well, the post getting in the way there. Well, I still can't believe that didn't go in. He was so unlucky not to score there, Derek. Cracking effort. Matt Ritz. Eder Balanta. A chance maybe from the wide position. Given away. And giving them the gift of possession. Junior Hoylett. Patterson. Couldn't keep it. Only 10 minutes remaining here. Patterson. It's opening up for them. And that is how to thwart them. Glatzel now. Failed to keep hold of it. Tau. Now Schreivers. And he's got a real opening now. It's got to be. Scoring performance. Just nothing the defenders can do about it, seemingly. These are черевёшки. Here's the replay, and I can see why the keeper's a little frustrated. He thought he got enough on that to keep it out, but he's just come past him, and he's unlucky, really. Let's have another view of that goal. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Ударил, блядь, что ли? And the advantage accrues to the attacking side. Rawls. I don't think he'll be proud of that challenge, and it's left to the referee to decide what happens next. Well, that is the first real blot on their escutcheon today, a red card. Well, it's absolutely stupid, isn't it? I'm sure his manager will get stuck into him after the game because of the lack of discipline. Rawls, as clean as a whistle, that challenge. Beautifully disguised ball. Да иди нахуй, вот этот толстяк стоял там, блядь. Офсайд, да? Сука. Толстяк был, блядь, на линии со мной. Шон Моррисон. Старался. And the referee is going to add on 3 minutes. Couldn't hang on to it. Far from a smooth challenge. Now, will the referee produce a card? And the offence sufficiently sinister to warrant a yellow card? Yes, agree with that one, Derek. He's got to be careful now. The referee spotted the infringement, and it will be a free kick in a position of genuine menace.
A free kick, and the keeper took it cleanly. It's Federico Rica. Oh, Hans van Aken. And he's on the goal and made it a hat-trick. Well, when he's in this sort of mood, he's absolutely unstoppable. What a performance. Well, Derek, he can relax now. He's got the hat-trick. Fully deserved. Well done indeed. Well, let's take another look at that goal. Естественно, конечно, блядь. Конечно. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. And now it is... Серия продолжается. Ну-ка, какая там серия, мне кажется. Серия? Да. Серия 06. Удар с пора 11-9, да? Насинг. Насинг. Команда получилась. Вообще насинг прям. Общую статистику посмотрите. Ты сказал общую статистику рассказать. Уже нет уже. Сухаря еще.